700 опыта. И мы еще ближе к КВ. Первому. Стоковому. Медленному. Как смерть от запора. Здесь всего 2200 опыта. Ну да, мы потратили на гусли, на все такое, поэтому... Ничего удивительного. Так, ну здесь тоже не особо такие крутые противники. КВшки, может быть, если они с этим, с пушками 152 мм или с ЗИС-107. Тогда это да, это сверхопасно. Тогда опять-таки главное не светиться. Арты нету, только ПТ-хи. У нас одна, у них две. Просто Дима. На Мардере 2, просто Дима. Хорошо. Едем, как всегда, на аллею. У нас Т-34-85 нету. Просто Т-34-ки. С 76-миллиметровым оружием, насколько я понимаю. Или я не понимаю ничего. Станем где-нибудь позади. Танк у нас довольно высокий, поэтому сможет, наверное, достать из-под горки по прямой. В принципе, да. В принципе, так оно и есть. Вперед пошли все. Мы позади держимся. Потому что мы самые хилые из всех. Не брони, не толщины брони у нас нет, ни каких-нибудь там супер наклонных поверхностей. Даже если срикошетит, то от носового листа, от лобового, то прилетит в вертикальную часть от рикошета. Зато у нас есть пушка. Отличная пушка. Нет, дальше двигаться пока не будем. Ждем. Кстати, вот в этого можно попасть, если он не будет двигаться. Вполне. Есть. И в этого можно тоже. Но он задвигался. Не дрыгайся ты! У этого посложнее, я его не вижу просто. Так бы я, может быть, попал бы. А вот впереди тяж. Тут его должен светануть. А, нет, это не тяж. Это, опять-таки, М3 Ли. Еще один забранный нами американец. Ох, сейчас мы настреляем, если нам позволят. Если нам рандом позволят, скорее даже так. Еще один люкс. Пума. Уже опаснее. Мардер 2. 4 фрага. И прорыв на нашу базу там готовился. Это я видел точно. Зараза. Вот поэтому мы можем попасть, я знаю. Да срать на удачу. Нет, на удачу срать не получается. Его раньше завалили. Ну ладно, продвигаемся вперед. Если что, мы сможем вернуться быстренько обратно. Никаких проблем у нас с этим нет. Все кавашки, которые остались живы, они медленные очень.
мы сможем, если что, вернуться. Вот я к чему клоню. И они все где-то слева, наверное, попрятались, я так понимаю. Их как-то не особо светят. Опа. С какой стороны камни-то? Куда он, туда и я. Вот вам КВшка. Башни попал. Вообще не попал. Блин, быстро он разогнался, зараза. И там последний КВ, но мы уже вряд ли успеем что-то ему сделать. Жив остался, гад. А, нет, уничтожили. Вот ему обидно-то как, наверное, а? Последние секунды перед окончанием боя уничтожили. Еще 733 опыта. Очень и очень неплохо продвигаемся. Тогда еще бой. Опять же КВ. И вся такая лабудень. Только вот я ненавижу эту карту. Всей своей тушенкой я ненавижу эту карту. Ладно, попробуем пробиться. Нас может подловить Т-50-е. Но я попробую занять ПТ-шную позицию. Не знаю, сработает или нет. Хотя, может быть, просто не лезть вперед. Скорее всего, наверное, не буду лезть вперед на рожон. Пускай это делают другие. Кто куда? Блин, все-таки М6 и Т1 Хэви такие близнецы. Это жесть. Так, а здесь какой-то замес образовался. Просто пробка. Видимо, никто не хочет вперед лезть. Ну, я пойду в горку, наверное, тогда уж. И первого, кого спалят, будет Т1 Heavy. Потому что Т28 не лезет никуда. Он вообще в другую сторону решил уехать. Ну, кстати, вот с этой позиции можно обстрелять? Или там камень? Да, там камень. Хотя... Черт знает. Ладно, я по-прежнему буду здесь стоять. Опаньки. Неожиданно пипец подобрался. Т-50. Арта сейчас может настрелять нам, поэтому... Я лучше здесь стоять не буду особо. С Т1 Heavy все понятно ему сейчас. Ему уже напихали. Впереди стоит кто-то, кто не хочет светиться особо. Т-50, как он? Выживет, не выживет? Т-50 не выжил. Зараза. Маска у него эта поганая, крепкая. Так, заметил. Надо бы левее. Хотя там какой-то гад. Ну, здесь мы уже, по-моему, сливаем. Так, Су-26, вали, потому что сейчас будет больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это вот может быть роковой ошибкой. Есть,
Фух. Спас. Так, слева прорыв. Это серьезно. Эти почему-то вперед не двигаются, хотя вроде там всех уже уничтожили. Странно, что они там пытаются добиться, непонятно. Закрепиться в обороне, что ли? Это бред уже на такой стадии игры. Это КВ. Так, ты вылезешь? Или я хреново встал? Вот это сейчас вылезет. О, куда? Зараза, куда улетел снаряд? Хоп, хей, ла-ла-лей. Ты снарядов не жалей, ну. Сейчас родимый появится. Пропал. Да черта с два. Что вы за люди такие? Что... Да ну вас к черту. Хватит, хватит бояться меня. Покажитесь. И не так, и не этак. И никак. Вообще. А где второй КВ? Может, сзади просто приплыть? Откуда ни возьмись. Да куда? Куда? В такой-то роковой ситуации. Куда снаряд летит? Так, меня уже никто не догонит. Меня никто не догонит. Не надо меня ловить. Меня никто не догонит, если не будет ловить. Как ты быстро добрался сюда? Ну вот и все. Слились. Так неинтересно. Так неинтересно, я сказал. Сколько там нужно? На КВ сумму? 333 тысячи. А на этот уже миллион. 1 080 000. Нехорошо. Ну, знаю, давайте тогда на ПЗ-тике покатаемся. Для разнообразия. Почувствуем имбу. Если можно так сказать. Что у нас тут? Б1, самый противный танк, и Валентайн, наверное, тоже. Б1, если я не ошибаюсь, это ж премиумный танк. За 700 золота или что-то там, за 1500 золота. Не помню. Может, не премиумный. Валентайн тоже, по-моему, премиумный танк, да? В общем, на такие вещи у меня память плохая, так что... Мне, в принципе, без разницы, у меня есть премиумный танк, есть. Так. 2.46, поехали танковать. Танковать. Смешно же звучит. Т-46, поехали танковать. Тем не менее, это правда. Встанем куда-нибудь сюда. Или туда. У меня какое-то дикое чувство дежавю. По-моему, меня сейчас просто разгрохают.
Я даже не успею ничего нормально выстрелить. Вот такой вот у меня плохой дежавю. Откуда вы берете 146-е? Скажите мне, пожалуйста. Один шалит. Уберись обратно в свою норку. Так, я ему даже кусты не собью, наверное. Ага, он, оказывается, перезарядился даже. Он крепкий, зараза. Не вовремя он мне башню снес. А что вот против него делать, скажите, пожалуйста. Посмотрите на него. Тут только Т-28 пушкой или мардером, может быть, справишься только и все. Какой-то смешной звук. Как от бульбулятора, блин. Как-то запихнули его вообще имбово. Уж очень. Так, 9300. Отсосью тракториста. Покатайся на КВ, заработай мне лаве. Пока лаве не нужно, поэтому... На М6 все дружно. Рифмоплетение. Ох, слава богу, нету этих ИСов четвертых. Я как-то уже себя живым чувствую, когда не вижу четвертые ИСы в бою. Пойду я вниз в кишку. В узкую. Лев из 3. Две пантеры вторых. Вот их боюсь я. Издалека-то могут навалять. Да и сблизи могут навалять еще. Ладно, посмотрим, как мы будем действовать. Бой начинается. Хумель поехал назад. Особо в кишку он, наверное, не сможет покидать. На повороте когда. Или вообще не сможет покидать в кишку. Не знаю. Ступы здесь большие. За мной едет БДР. Еще один БДР. Как-то бок о бок с французами мне сражаться. А нет, Хубель все-таки встал. Нормально. Если что, наверное, помочь сможет. Здесь уже, наверное, пантеры едут. Сейчас по мне будут выстрелы произведены. Скорее всего. Нет? Ну и ладно. Черт с вами. Так неинтересно. А кто сюда поедет? Лёва. О. КВ-3 проехал. Пускай едет дальше. Ну что? Какой водитель КамАЗа решил по этой узкой улице проехать? Я имею в виду у меня за окном. А, это ИС-3. Это с КВ-3. Тут уже хуже. Но не смертельно. На те пробитие. Правда, он мне пол здоровья снес. Не в того стреляешь. А, может быть, там КВ-3 ехал.
Ну чё, Хумель там как, для вида стоит? Или шмаляет всё-таки? Я не знаю, Лёву пропускать вперед, чтобы он выстрелил? Или самому лезть? Чтоб по нему выстрелили. Не туда. Ах! Ему густы надо сбить, чтобы он обратно не шкерился. Вот чем я могу помочь. Когда он будет выезжать на выстрел. Мог бы забрать. О-хо-хо! Офигеть, КВ-3 дал. Да, молодец. Даже показалось, что он фугасом пальнул. Ладно. Это скучно. Все это скучно. А что у нас не скучно? Три 600 нужно. 480. А здесь у нас все исследовано, интересно. Да, все исследовано, странно. 28 миллиметров Canon. 170 опыта, 450 опыта. Требуется другая башня, чтобы башню не установил. Не хватает грузоподъемности. Давай офигели. Я думаю, а чё такое? Чё он так стреляет-то хиленько? Тут уже как-то более классно выглядит. Стиль, на стиле он. Просто лягушка такая. Полностью на стиле обслуживания. Все заправлено. Ремкомплект я покупать не буду. Лишние деньги тратить только. Хорошо. Давайте в бой на нем отправимся. Что, улучшим? Почему бы не прокатиться? Посмотрим, что из этого выйдет. Я почти в заднице. В город катить, что ли, хотя... Скорость у него, конечно, или это у второго скорость? Или у них обоих скорость? По-моему, у них обоих скорость. Фиговенькая. Кому это написали вопрос? Кому написали? Надо уточнить. Ух ты, Т-14, красивый танк, посмотрите. Я на нем с лет не катался, как мне он может быть. Да и что на нем ловить? Это второй или третий уровень. Проходняк обычный. Понимаю, если там спрашивают, какой, как танк, ИС-3 или Тигр-2, на котором долго задерживаешься или даже играешь все время. Это один вопрос, а что там, про вторые еще левелы спрашивать? О, паньки, все через кишку поперлись, офигеть, точнее не через кишку, а через каньон. Сверху ПЗ. Смогем мы с такого расстояния, хотя чё я туда лезть буду? Ну я лучше над КВшкой постебусь. Пускай боится. Пускай боится меня.
какая у них там скорострельность на этой пуколке. И вообще, какая бронепробиваемость? Я, видимо, не пробью. Скорострельность не очень. Мелких ловить. Потому что бронепробиваемость тоже не особо. Снаряд летит довольно медленно. Ну, медленнее, чем я думал сейчас. Скажем так, не особо медленно, конечно. У некоторых танков налетит снаряд так, как будто его по почте посылают, блин. 3 дня. У этого более-менее попасть можно. Вот что делать с КВ? Уже другой вопрос. Куда их бить? Видимо, никуда их не бить, потому что фугасов нету. Куда ему столько снарядов, непонятно. Всю игру, что ли, без остановки шмалять? Пускай боятся, пускай боятся. Зараза, я сдохну. Я сдохну. Ну, сбей хоть гуслю на прощание. 152 миллиметра фугас. Либо мне показалось. Ладно. Не можем же мы целый день что-нибудь не прокачать. Должны прокачать до КВ. А вот завтра уже до КВ. До КВ-3. Я думаю прокачаться. Если не буду занят другими делами, то вполне могу поснимать. А что, 2 слота халявных. Причем не очень сложным способом. Их получить можно. Поэтому нельзя упускать такой шанс. Я уже понимаю, что до Т-34 скорее всего не прокачаюсь. Но до КВ-3 вполне. И потом все равно придется тратить деньги и покупать слоты. Реальные деньги. Заедем здесь так, чтобы лишний раз не палиться. Все время этот красный флаг спутываю со значком танка вражеского. Так постоянно светится везде. Палевно. Что я его путаю? Так, 2 куста. Остановимся здесь. Главное, чтобы сбоку не запалили. Туда никто не может заехать, туда не поехал никакой. Никакой, блин, тяж туда не поехал. Почему-то он... Он не сломает, тяжи ломает эту фигню. Ой, позор какой. Позор, позор, позор. Голову он все сломает, скорее всего. А не ежи около моста. И куда улетел снаряд, я опять не понял. Ну вот, попадание. Ничего, сносим пока. Оп. Оп-оп. Чупик! Зараза, а, обтекаемая. Да зараза! В башню ему надо, наверное. Между башней и корпусом. Я уже стак 3 уничтожил.
Что за... Вот это мой клиент. Арта не дремлет, поэтому мы валим. Вот-вот. А нет, там ПЗ-4 где-то орудуют. Наверное, на острове. Хотя... Хотя, кто его знает. Где он там обстреливает. Либо я вообще не туда посмотрел, но здесь уничтожили... Уничтожили, в общем, кого-то. В принципе, можно Черчилль подкосить немножко. Он, по-моему, вообще АФК. Если я опять-таки попаду с этой пукалки. Есть попадание. Давай, моё. Не моё. И вот здесь ПЗ-4. А меня не замечаешь, а? Я тоже хочу каплю внимания. Да зараза! Надо было закрывать. Ладно, все равно малость опыта получили. Настреляли малость танчиков. Получили малость опыта.